Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака. Так, по-прежнему. Геральт, какая красота! Это ничто по сравнению с твоей. Я мечтала о простом серебряном кольце с янтарем. В знак любви, а не богатства. Ты же, блядь, прикалываешься. Шани, ты такая брезгливая, это капец. Ладно. Благолоточник недалеко. Забирай его нахер. У тебя тут есть простое кольцо с янтарем. Тут, блядь, с печаткой. Обычное серебряное кольцо. Кольцо с рубином. Серебряное кольцо с рубином. Давай вот это вот возьмем и вот это вот возьмем. Потому что обычное кольцо с янтарем тут как бы не продается. Шани. Хорош брезговать-то, ну. Золотое кольцо ей не подходит. Видать. Все. Продолжаем. Я рада, что... Ага, мы ладим. Именно так. Держи. Это ничто по... Я мечтала о простом сер... Это простое серебряное кольцо, Шани. Простое серебряное кольцо. Я... Геральт. Это не... Я мечтала... Да еб... Я просто счастлив. Альвин. Такс. Да, да. Поздравляю. Ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Ну, поскольку мы, в принципе, посрались с Трис Меригольд и более-менее нормальные отношения. Вот, ну пошли к Лилу Ардену. Чё, какие могут быть? Что за день? Вообще, потому что, блядь, у антиквара, точнее у лоточника, мне не купить такого кольца. Такого дешевого кольца. Тут... Простое серебряное, но оно, блин... Понимаешь? На. Да, я знаю, что я не окупаюсь по полной программе. Это ерунда. Вот это еще забери. Такс. И сейчас еще, наверное, зайду к оружейнику и тогда уже двину к Льву Ардену. Ужасные времена. Зрелище, говорят, нагрудник я. Так. Что тут у нас? Что тут у нас? Ничего. В чем дело? Как вступить в город? Могу. Конечно. Ага. Угу. Не, ну выковывать я пока ничего не буду. А вот. Да, блядь, не тебе. В чем дело? Пока. Я вот с ним хотел поговорить. Не залипайте друг к другу, придурки. Сюда. Можно взглянуть. Как по... Так. Держи. Раз. Держи два. Вроде... все. Надо было выдать ему расписку. Ну что, теперь двинули. Продолжаем. Вот и Льву Арден. Да. Что ты узнал из этих бумаг? Мы выяснили местоположение последней ячейки Саламандр в купеческом квартале, в Изиме. Есть. Отлично. Я немедленно отправляюсь туда. Если бы только это было так просто. Эта ячейка находится вне контрольной зоны.
Проход туда запрещен. Понятно. Не понял. Комендантский час. И какой же у нас план? Один из командиров городской стражи — наш информатор. Он патрулирует улицы Визимы. Я найду его. Как мне его узнать? Ты его не узнаешь, но он откликнется на пароль. Скажи ему, Лилии еще не охватило пламя. Проблем не должно возникнуть. Ясно. Эти шпионские страсти меня уже достали. Он ответит, три лилии, единое целое. Mm-hmm. Он все знает о деле и проводит... Хорошо. Но этим мы займемся попозже. Я, кстати, у лоточника нашел кольцо, серебряное кольцо с янтарем. Поэтому можно возвращаться к Шанне и забирать свои подарки. Я скипаю эти дороги, чтобы, ну, не затягивать серию пустой беготнёй. Геральт из Ривии, ведьмак. Он самый. Понятия не имею, как тебе удалось обойти карантин и добиться официальной поддержки. Должен напомнить тебе, что в Изиме действует... Я буду им. Уж постарайся. Ясно. Предатели трех лилий долго не живут. Лилии еще не охватило пламя. Что? Да, я о том, что... Чего ты там бормо... Ясно. Это не ты. С таким вооружением я бы держалась подальше. Место потеряло свое очарование. Хорошо. Тогда дуем к Шанне. Просто нам нужно обойти трое городских ворот и найти этого связного Левуарда. Ну, я думал, что по пути, но нет. Это был не он. Эта игра, знаете, такая больше про олдскул, чем про что-то такое новое. Потому что тут нужно знать, ну, точную последовательность, кстати. Так, что тебе известно о серебряном мече? Ты можешь рассказать мне о моем серебряном мече? Ладно, посмотрим, что у нас здесь такое. Сердечник должно быть стальной. Лезвие покрыто серебром. Рукоять выполнена так, чтобы держать меч двумя руками. Отличная работа, хотя и далека от совершенства. А вот в рунах я ни хрена не понимаю. Спасибо. Нет проблем. Угу. Пока. Рассказал мне. Меч великолепного качества. Имена неспокойные. Окей. Квест выполнен. Ладно. То есть, в принципе, квест можно было выполнить, и не говорив Шане. Это славно. Альвин. Геральт, можно мне поиграть твоим мечом? Позже, да? Когда останемся одни. Конечно, я не дам ему меча, но в любом случае... Такс, Шанни, подарок. Я рада, что вы с Альвином ладите. Ты ведь... Угу. Смотри, что есть. Ого, руна земли. Вероятность критического нокдауна, магическая руна, нанесенная на лезвие серебра. Угу. Ты такой милый. И ты так хорошо ладишь с Альвином. Шанни. Геральт, не надо разговоров. Я хочу любить тебя. Yes! Еще одна в мою коллекцию. Я рада, что вы с Альвином ладите. Ты ведь понимаешь, что он относится к тебе как к родному отцу? Да. Пока. Все. С этим порешали. Персонаж Шанни. Сейчас мы его, кстати, посмотрим. Да, супер. Абигайл. Ада.
Зарьевет, но это я воздержусь. Ведьмак Беренгар, Васка, Весемир. Винсент Мейс, ведьмак Геральт. Горожане. Шодек Ван Леварден. Жители предместий. Ну да, это хорошая была. Так, Зигфрид, Золтан, Калькштейн, Кармен. О, кстати, Кармен бы выцепить. Куртизанки. Ламберт, Лео, Лютик, Микула, Могила, Ода, Преподобный, Проститутки, Профессор, Реймонд. Реймонд, кстати, мертв, да? Я нашел детектива, да. Рита. Это верно. Ах, да, точно. Я мог с ней переспать, но он не захотел. Так, Трис Меригольд, Харен Брок, Шанни, Эскель, Юс, Еявин. Все. Довольно много разных персонажей, как для... Ну, игра, в принципе, объемная. Так, с Шанни разобрались. Теперь нужно искать все-таки связного. Еще где-то была, блин, медсестра такая, тоже жгучая. Но, блин, я не помню. По-моему, это был не в этом... не в этом монастыре. Надо еще вон сдать нижнюю челюсть этого виверны. Ловчим там он тоже мне должен отстегнуть нормальную сумму за нее. Жалко, что в игре нету мантикор. Ну вот хотя бы одну там какую-то супер-мега-босса такого. Мантикора. Офигенский. Да? Да? Лили... Что? Вот и... Подожди ты. Да, что же... Лучше я пойду. Я должен заточить тебя в подземелье. Тебе повезло. Через час я получаю медаль из рук самой принцессы Ад. Медаль? Ада щедра к тем, кто борется с эльфийскими террористами. А более насущных проблем у города нет. Я что, похож на Да и поймать его, наверное, проще. А зачем ловить? Достаточно доказать соучастие нелюдям из Вызимы. Только мало их в последнее время осталось. Я должен найти агента Леоардена. Такс. Офицер. Да. Лилии. Что-что? Я пожал. Три лилии, единое целое. А, вот. Не волнуйся, это я. Мог бы и попроще пароль придумать. Пришлось постараться, чтобы меня найти, да? Да не, со второго раза. Ну ладно, вот план. Ровно в полночь мое подразделение спустится в один из канализационных тоннелей. Ты не пойдешь со мной? Нет, мы будем прикрывать тылы и ждать тебя там, но только 2 часа. Увидимся там. Солдаты! Хорошо. Так, где бы тут заночевать? О, ловчий. Место потеряло свое. Все, главный королевский ловчий, наконец-то я тебя застану. Так, все. Приветствуйте. За что хор... Огромные... Виверны... Местные. От них сплошные неприятности. Наверное, они попытались отогнать виверну каким-то народным способом. Я убил старую самку виверну. Вот доказательство. 600 аренов твои. Спасибо. Будь здоров. Thanks. Главный королевский ловчий разобрались. Там была, конечно, еще голова то ли вервольфа, то ли
оборотня. Нет, скорее вервольф. Вервольф — это большой волк. Такс. То я ее не взял. Ну да и пофиг, в принципе. Ну, 600 монет мы заработали на убийстве этого чудовища. Да и нормально. Стоп, а нафиг я сюда иду? Я же уже нашел связного. Так, я должен связаться в канализацию. Где это? Вот это прямо тут. Короче, сейчас мы заночуем в таверне. И тогда уже двинем за последним логовом Саламандр в Изиме. Ник, приветствую. Чем? Комната. Мне нужно отдохнуть. Да. Блин. Думал, что уже все. Грозно выглядишь. Люди. Будешь драться или смотреть? Брынчит там. О, господи. Наверняка, небось, новую балладу склал. Такс. У меня нет времени, поэтому... Да. Я знал, они тут по скрипту всегда вылазят. Такс. Эй! Да твою мать! Отвалите уже нахер, ну! У меня тут дело срочное. Откуда вообще кикиморы в городе? Такс. Да, вот они, гвардейцы. Ты здесь? Друзья, несите лестницу. Все готово. Мы ожидаем Саламандр в любую минуту. Они знают, что мы здесь? Нет, но они будут начеку. Думаю, они сопровождают какого-то важного гостя. Угу. Так, ну что, все? Клянусь честью! Вперед! Дверь в старую кузницу. Так, давайте-ка в кузницу пойдем. Потому что что-то как-то...
Может, я там что-то интересное найду. В эту локацию, я чувствую, больше не вернусь. Поэтому... А, тут все загорожено. Угу. Ясно. Ну, Саламандр очень влиятельные друзья, потому что оградить ихнюю базу и огласить карантин в городе, это интересно. Минуточку. Поспеши! Ну, для начала, Акхай Ала Амбракур! У нас есть картинка, но расплывчатая. Сегодня мы можем и не связаться с реданцем. Спокойно, кристалл нагревается. Я поддержу магическую связь. Получилось! У нас есть картинка! Без радости приветствую вас, господин. Джентльмены. Хватит формальностей. Чего тебе нужно? Наши военные базы вокруг Вазимы уничтожены. Наверное, это все нильфгаардские шпионы. Ну да, значит, почти. Значит, по уши в дерьме. Причем тут я? Ваше Величество, нам нужна финансовая поддержка. А с чего бы мне вам помогать? Наши общие знакомые. Мы работаем на людей, которые тесно с вами связаны. Верно, ты думаешь, что я с ума сошел? Но ваши... Это ты с ума сошел. Все эти эксперименты, сделки с Иштехом... Тише. Я не буду тебе помогать. В коридоре. Услышали таки. Воу, не то. Это твой последний час. Блин, вот это сносит эта хрень. Офигеть. Вот это они, конечно, навтыкали, так навтыкали. Запрещенный меч мы возьмем. Такс. Игрушку. Там еще в погреб можно спуститься. Соберем этот камень. Браво, очень впечатляет. Я... Ты кто такой? Родовид. И я не люблю, когда меня перебивают. Ага. Слушай-ка, Родовид, мне плевать, что ты там любишь или не любишь. Советую побыстрее объяснить, что у тебя общего с саламандрами. Потому что есть у меня предчувствие, что раньше или позже мы с тобой можем встретиться лицом к лицу. Ха-ха-ха, давненько я такого не слышал. Ты мне нравишься. Не ходишь вокруг да около. Я скажу тебе, кто я. Но не из страха. У меня нет ничего общего с саламандрами. Абсолютно ничего. Я хотел использовать их для своих личных целей, но я передумал. Использовать? Политика, ведьмак. А поподробнее? Можно и поподробнее, но не хочется. Достаточно сказать, что действия саламандр меня уже не устраивают. А это значит, что мы с тобой союзники. Удачи, ведьмак. И передавай привет Адди. Ясно. Так, тут человек под видом. Камень, шкаф, стеллаж. Так. Такс, надо брать уже защиту от кровотечения. Блин, ты откуда взялся? Конченый. Умри, дерьмоед.
это все. Если да, то избавьте меня, пожалуйста, от этих несчастных. Потому что это, блядь, не воины, это какие-то говнюки. Маг там, конечно, сопротивлялся довольно сильно, но это все. Остальные это просто смехотворно. Ласточки у меня там есть. Да, две ласточки имеется. Полно основ для эликов. Так, давайте пожрём немножко. И нужно будет связаться сейчас с Леоарданом и Трис. Поссать пошел. А вот и оборотень. Ну давай, поиграем. Ого. Решил не драться? Да ты слаб. Ага. Давай драться, ты. Ну что, ублюдок, ты готов? Надеюсь, что готов. Геральт. Ты знаешь меня, оборотень? Конечно. Ты не понимаешь. Это я. Это я, ведьмак. Винсент. Капитан Винсент. Это объясняет твою невероятную эффективность и твои ночные исчезновения. Я тебя прикрывал. Эти идиоты даже не выбрались из канализации. Ты ждешь от меня благодарности? Чем благодарить? Лучше расскажи мне, что ты там узнал. Родовид говорил с саламандрами через телепроекцию. Родовид... Этот выскочка, король Ридании, не знал, что у них есть такая поддержка. У них ее нет. Нет, он отказался, но у них точно есть какие-то общие друзья. Что-нибудь еще? Ничего особенного. Видишь, ведьмак, мы на одной стороне. Зачем мне сохранять тебе жизнь, оборотень? Врал. А почему бы и нет? Ты убиваешь людей. Ха-ха-ха! Ну-ка скажи мне, сколько людей погибли от твоего меча? А? Блэвикенский мясник.
думаешь, я выгляжу как чудовище, но я совсем не таков внутри, в отличие от тебя. Да? Хватит этого бреда. Защищайся. Воля твоя. Тебе не победить, Винсент. Такс. Повреждение людей свернет из критического давана. Сука, ну сейчас посмотрим, как он будет. Да меч доставай, еби твою мать. Подожди, не убивай меня. Почему это? Почему это? Почему? Ты должен понять. На самом деле я не злой. Я помогаю людям. Я уничтожаю отбросы общества. Мне жаль, но твое предназначение — смерть. Здесь и сейчас. Так что, Винсент, теперь мы с тобой сразимся. О! А тебе и так входит. Что это такое? Шерсть оборотня. Такс, и рубинчик. Винсент мертв. Да мне насрать, честно говоря. Такс. Я тебе все кости переломаю. Да? Но ты крутой. Так, вход в старую кузницу. Итак. Мне это не нравится. Лучше проверить подвал. Да, давай проверим подвал. Укрытие оборотня Винсента. Он что, решил, что он супергерой? Хм. Но больше он не супергерой. Это однозначно. Блин, сколько оружия, а? И ничего из этого нельзя взять. Знаете, я не особенно как-то уверен в том, что я сделал только что, потому что, ну, в принципе, частично Винсент прав. И вот от таких людей, как Саламандры, или прочих, нужно избавляться только так. Им тюрьма не поможет. То есть тюрьма — это все-таки исправительное учреждение. А, к сожалению, печальная статистика того, что исправляются очень немногие, а тем более такие матерые бандиты. Да, нет. Что вы. Винсент был прав, в общем-то, да? Но самосуд... Это, конечно, тоже дело не очень славное. Ключ. Заперто. Почему заперто? Я могу как-то тут труп достать. Судя по всему, нет. Вот черт, да? У меня есть же ключ. Что за херня? Ключ, ключ из канализации в купеческом квартале. Ну. Ну ладно, чё уж там. Выбрались и выбрались.
поэтому Винсента, в принципе, не стоило бы убивать. Но так получилось, чё уж там. Он считал себя правосудием, он ошибался. Я ему это показал. Вот и всё. Он всё-таки чудовище, и рано или поздно... Всё-таки нутро зверя взяло бы над ним верх. Поэтому я не думаю, что это была ошибка. Я поступил правильно. Из огня да в полыми, а теперь еще и... Молодец, Лютик. Куда ты побежал-то, баран? Куда ты убежал уже? Ладно, черт с тобой. Таллер. Да не, все. С тобой не о чем говорить, в принципе. Спутница Деклан. Да? Я нашел магический камень в логове Саламандр. Довольно любопытно. Покажи его Трис. Она разбирается в таких вещах. Я подумал. О магии я не знаю абсолютно ничего, ведьмак. Да. Можно я кое-что? Конечно. Я вижу тут много деликатесов. Тебя не смущает, что столько людей в Изиме голодают? Можно... Знаешь, Гера... Ясно. Я считаю себя человеком принципа. Если уж помогать бедным... До встречи. Ладно. Трис Мерригольд. Ведьмак? У Саламандры я нашел странный магический камень. Очень интересно. Дай-ка посмотреть. Геральт! Отлично! Это телекоммуникатор. Он оставляет магические следы после любых передач. Ты можешь говорить попроще? Я просто ведьмак, между прочим. Если нам повезет, мы сможем использовать это, чтобы найти убежище Саламандр. И? Мне нужно поговорить с Декланом. Возвращайся попозже, ладно? Ладно. С Нильгардом дела шли гораздо. Знаменитый убийца чудовищ почтил своим присутствием. Приветствую. Чем? Комната. Мне? Да. Я тебе морду разобью. Сутки, пожалуйста. Так-с. Никакого вызова? Будешь драться или смотреть? Да ну вас, нафиг. Вы слабаки, я с слабаками не дерусь. Мерригольд? Я рада, что ты пришел. Мне многое удалось узнать про Саламандр. Рад это слышать. Влияние Саламандр распространилось дальше, чем мы думали. Самим нам с ними уже не справиться. И что вы решили? Деклан сделает тебе... предложение, от которого я не смогу отказаться. Ну что этот пердун придумал, старый Деклан Леварден? У Саламандр есть влиятельный покровитель. Нам не удалось уговорить ни городские власти, ни военных заняться ими. Как это возможно? Мне это неведомо. Я подозреваю,
что они имеют отношение к недавним подозрительным указам. Что ты собираешься делать? Нам нужна поддержка, самая лучшая, которую только мы сможем найти. Небольшая армия или полувоенное формирование. И как это касается меня? Пылающая роза. Мы хотим, чтобы ты вел переговоры с нашими потенциальными союзниками. Твоя репутация и нейтралитет сослужат нам хорошую службу. Кого ты имеешь в виду? Тех, у кого саламандры встали на пути. Скаятаэли, Орден Пылающей Розы. Сомневаюсь, что тебе удастся добиться успеха у Велерада. Так. Посмотрим, что я... Если тебе удастся кого-то убедить... Я понял, хорошо. Я понял. Что я должен ей купить? Так-с. Яви нам Зигфридом. Хорошо. Тут, в принципе, вопросов не возникает. Я сразу пойду к Зигфриду. Потому что это тупой самовлюбленный выродок. Яявин. Он. Ну, как бы, его надо было прирезать еще после рождения. То есть, выродок есть выродок. Так-с. Ну что ж, тогда побежали. Вервольфа больше нету. Не вервольфа, а оборотня. Разобрался я с ним. Правда, знаете, такой осадочек остался, что, может быть, стоило бы его и пожалеть. Но он все-таки зверь. А мы занимаемся тем, что убиваем зверей. Монстров. Такс. Служители ордена у нас обитают, по-моему, где-то тут. Сейчас посмотрим. А, да, точно. Давайте подождем до утра. Ребят, я тут знаете, что подумал? Вы все-таки бандиты. Спасите меня! Я умираю, я знаю. Мне нужна твоя голова. Бегите. Ой, как больно. Ну, вроде все. Ну, вот это так, просто немножко прокачался. Так-с, на рассвет как раз. Я думаю, мне Зигфрид поможет. Так-с. Кстати, а я еще не заходил сюда. Че, никого нет? Все на промысле? Угу, все на промысле. Ни Кармен, никого. Ладно. Кармен, наверное, убита горем. Тем, что я уничтожил это. Винсента Мейса. Ну да не насрать. Сударь, можно взглянуть. Как по... Она должна была мне сказать его имя. Это не сделка, это дерьмо какое-то.
Почему? Держи, смотри, какое оружие хорошее. Вообще, такого еще... Подожди, не то. Ты такого еще не видел. Так, это говно. Покидать бы, конечно. И вот эти вот пряники, блядь. Всякая ненужная ерунда. Так, Зигфрид, ты где? По идее, где-то тут. Его ж повысили после того, как они победили на болото. Слушаю тебя внимательно. Мне нужна помощь. Ого. Я решил проблему с кладбищем, но вряд ли ты останешься доволен. Что случилось? Расскажи подробнее, мне это интересно. Помимо говорящего гуля, в убийствах были замешаны Скоя Таэли. Они грабили могилы и уничтожали каждого на своем пути. Говорящий гуль? Я, пожалуй, пропущу это мимо ушей, но, по-моему, ты перепил этих своих эликсиров. Так что произошло? Я спас людей, которых они бросили на съедение гулям, но... Самих убийц я поймать не успел. Они сбежали. Клянусь вечным огнем, ведьмак. Ты поступил так, как поступил бы любой благородный рыцарь. Я восхищаюсь твоим поступком. Об убийцах не волнуйся. Мои люди их поймают. Я не совсем понимаю. Ты спас невинных. Это есть величайший подвиг из всех. Ты заслужил награду. Я горжусь тобой, Геральт. Вот, друг ордена. Вперед, благородные рыцари! Куда ты? Если ты враг, Саламандр, тебя, возможно, заинтересует мое предложение. Естественно, я их враг. Что за предложение? У меня есть довольно могущественные друзья. Они знают, как уничтожить эту организацию. Я не уверен, что тебе можно доверять. Чему? Все еще Сокрушительные огненные копья. Несколько пафосно, но достойно. Что ж, решено. Сокрушительные огненные копья. До встречи. Так, Зигфрид. Почему я хочу назвать его Зигс? Зигфрид пока не согласился помочь мне в битве с саламандрами. А я не могу зайти туда, верно? Да. А что это? А что это? А ничего это. Зиг. Зиг пока не поможет мне. Что мне еще нужно-то? Какой квест? Зигфрид пока не согласился помочь мне в битве с саламандрами. А какой квест у меня отмечен? Вот этот, да? Нужно поговорить с Трис с помощью камня. А? Хорошо. Зигфрид, зря ты отказываешься мне помогать. Ну, я знаю, если бы я на болотах ему тогда помог. Хотя, я даже не встречал ни отряды Скоя Таэли. Хотя нет, лагерь Скоя Таэли я видел. Ребенок? Господин ведьмак. Чего? Господин ведьмак. В чем дело, парень? Банк ограбили. Банк? И господин Валерат приказал... Ведьмака? В купеческом квартале. Пошли. Да я знаю, где это, в принципе. Чё мне? Что это? Ёпта. Банк ограбили. Офигеть. Кто это дерзнул? Это же еще банк Вивальди. Один из самых крупных, если не самый крупный вообще в Темерии. Да блин, плохо. Мне слишком мало платят за такую работу. Да быстрее ты загружайся, ну япона мать, что за говно. Так, побежали. Клянусь честью! Знаете, я вспомнил, что это за банк, короче, и что сейчас будет происходить.
Но я все-таки приму сторону пылающих роз и людей, потому как, ну, вы все видели, на что способны эльфы. Это ужасно. Прекрасно. В этом бардаке. Так, бля, не то. Банк Вивальди. Так, побежали туда. Мы все видели, на что способны эльфы, и они убивают совершенно невинных людей. Вполне. Детей, женщин. Это низко. О, Белерат. Нам нужно подкрепление. Странно, не подумал бы, что Зигфрид упустит такую возможность. Рад тебя видеть, Геральт. Нам нужна помощь. Вооруженный отряд захватил банк. Они взяли заложников. Подождем Зигфрида. Кажется, вот и он. Как раз вовремя. Простите, что опоздал. Я собирал отряд для штурма. Приветствую, Зигфрид. А может, переговоры? Клянусь вечным огнем, самое время! Как мы попадем внутрь? Пока тебя не было, нам удалось раздобыть ключ от ратуши. Идет. Мы нападем неожиданно, с черного хода. Я думал, мы будем вести переговоры. Не хочу, чтобы во время переговоров мне стрелу в глаз пустили. Выходим, как только будешь готов. Да, я готов. Ну так чё, Зик? Я готов. Мы идем. Идем. Нельзя терять времени. Вечный огонь защитит нас. Ну, вечный огонь не вечный огонь, но... Зик, ты просто достойный человек. Именно поэтому я буду ему помогать. Такс, городская ратуша. Мы вошли, вперед! Хочешь вести переговоры, Тхойне? За пылающую розу! Я думал, мы будем вести переговоры. Переговоры? Блойдет! Хорошая мысль. Запылай! Ты умрешь, Тхойне! Запылающую розу. Да, блядь, иди ты сюда. Господи. По-моему, это была победа. Так. Кинжаль. Это что? Меч синих гор. Сейчас посмотрим. Повреждение минус 30. Вероятность обезоружить противника. Вероятность точного удара. Такой. Неплохой. Я помню, такой меч был во втором Ведьмаке. Он, правда, выглядел немножко по-другому, но тоже такой легкий, изящный, красивый, типа эльфийский. Да, двери в банк. Нет возможности жить вместе. Сотни лет нам не удавалось договориться. А всю эту пролитую кровь никто не забудет и не простит. Речь идет о выживании. Есть только два выхода. Или они, или мы. Я согласен. Зигфрид. К хранилищу! Мы должны поймать главаря! Но... Пока не поздно! Морвуд, стой! Хранилище. Чё, Зиг? Хотя подожди. Тут можно залутаться. Это какая-то ошибка! Это такой же, да? Меч синих гор.
Ладно, пошли. Ты убивал эльфов. Ты убивал наш народ. Я и тебя убью, зачем? Ублюдок. Зачем? Ейвин, успокойся. Есть выбор. Нет, Тойне. Ты сделал свой выбор, когда поднял на нас оружие. Схватить его. Погнали. Хорошо. Геральт, ты принял правильное решение. Орден Пылающей Розы отблагодарит тебя. Зигфрид, ты что здесь делаешь? Тебе не стоило. Кое-что изменилось. Нет времени объяснять. Ейвин. Ейвин сбежал в канализацию. Ну давай уже доставай меч. А что за говно? Не, все равно, смотрите. Маленькие берсерки. Зигфрид. Вероятность обезоружить противника 60. Фига. Я ранен. Ты должен догнать Ейвина в канализации. Я всегда был за равные права. Мертвый рыцарь. Ого. А где канализация-то? Запертая дверь. Запертая дверь. Останки. Я ранен. Ты Зигфрид. Должен догнать Ейвина в канализации. Ты бы мне подсказал. А, вот. Чё, слепой такой. Ну, нифига себе. 12, 45, 3, 15, 6. Ну, куда же я знаю, какой лучше. Ну, ей-бо. Пошли туда, чё. Надо догнать его. Вон оно куда ведет, да? Раненый Зигфрид. Больной нафиг. Вечный огонь ведет меня. Нам нужно спешить. Это плохо. Так, подожди, тормози нахер. Я уже наснимал порядком, так что всем спасибо за просмотр. С вами был Марс, до новых пока.